Хорошо. Теперь идем в Горанград. Надо кое-что подправить в чудище, чтобы Даруку было легче им управлять. Двигаться-то оно двигается, но нам предстоит еще столько выяснить. Это чудище, оно было создано людьми. Значит, мы можем понять, как оно устроено и как его использовать. Мы просто обязаны во всем разобраться, изучить его до последнего винтика и пойти в бой. Линк, это твой меч, он ведь особенный, я знаю. По легенде, он разговаривает со своим господином. А с тобой он говорил?